Друзья, всем большой привет. Сегодня простой короткий видосик про то, как, собственно, помогает иногда оборудование, ну, скажем, своим компактностью, своей работой запуститься, найти нужные режимы, собственно, найти нужные параметры, найти нужное покрытие. Это все неспроста я говорю, потому что у нас сейчас идет речь про то, что вот у меня есть Atomstack. На Atomstack я тестировал стекло, разные варианты. Меня это бесило, потому что делал все это на работе. Это все время шумно, как-то гамно, не очень удобно, не очень комфортно было. У Atomstack вспоминаем, что мощность равна 36 Вт синего диода. У нас справа вот здесь вот сейчас стоит станочек от компании X-Tool F1. У него мощность синего диода идет всего лишь 10 Вт. Вот. Стекло нашел чем покрыть. Стекло гравируется просто фантастически. Я сейчас вам покажу предыдущую гравюру. Хотя кто у меня на канале, тот в принципе видел. Ну, она горячая. Ну, горячая, потому что мы сейчас ее краску сушили из-за этого. Гравировка вообще пальцами не цепляется. Идеально белая. Прям, ну, прям просто огонище. Честно скажу, как есть. Я вообще просто в шоке сам. Сейчас вот утром сижу и вот просто в легком шоке. Сейчас мы повторим процедуру вторую. Собственно, суть в чем. Покрываем стекло специальным покрытием, нажимаем обрамление. После обрамления мы, соответственно, загружаем наше стеклышко туда вовнутрь. Вот, у меня даже сын с ним справляется вообще на ура. Подожди. Я а я тоже что-то плохо это вижу. Это больше, у него больше примерно. Ну давай, стоп, остановим обрамление. Точки наши сошлись. Сошлись. Сейчас еще раз нажимаем обрамление. Давайте поднимем выше, чтобы было проще представляться нам. Да, свет здесь вот этот мешок. О, все отлично. Так, тот я край вижу. Собственно, у нас все получилось. Единственное, сейчас в процессе гравировки я стеклышко закрою, потому что мы здесь с сыном, и по глазам стебает очень сильно. Так, закрываем стекло. Подожди, пока ничего не делаем. Я запущу? Пока ничего не делаем. Так, стоп. Раз, и... Ты пчела, я пчеловод, а мы любим мед, а мне повезет, с тобой мне повезет. Ты пчела, я пчеловод, а мы любим мед, а мне повезет, ты в танцы унесет. Никто не узнает, куда пропадали мы пчелами. Засекаем время, за которое отмоется банка. Никаких таймлапсов. Не, мыло нам не надо будет, сейчас без мыла. Просто специальный состав, который офигенно. Все, хотя мыло чуть-чуть понадобится, чуть-чуть, самое мало сейчас. Ну и все, смываем, и у нас офигенная чистая баночка с офигенно горячей водой. Сейчас скажете, ну конечно, только горячей водой моется. Вот только покраска, это хорошо смывать, иначе не испачкивается. Короче говоря, гравировка просто шикардос. Да. Суть в том, что... Я искал альтернативу в диодниках. Я купил себе Atomstack именно только для того, чтобы он делал гравировку на стекле. И вот сейчас, положим с ним кружку. И вот сейчас, именно в этот момент, меня вот именно X-Tool в этом плане очень сильно порадовал, потому что я не ожидал, что он, собственно, выручит меня в этом направлении. Все, собственно, от вас, как всегда, ребят, ну не забывайте, большой жирный лайк. По поводу секретиков, все их обязательно... Жирный лайк? Ты сам жирный тоже. Макс, какой жеванный лайк? Жирный. Жирный. Класс. Жирный, как всегда, лайк, ребят.